26 июля по 11 августа во Франции, в городе Париж, пройдут 33-е Олимпийские игры. В данных соревнованиях от сборной Казахстана примут участие 80 спортсменов. Было завоевано 92 лицензии по 25 видам спорта. Ахмолинская область представит 2 спортсмена, 3 лицензии у нас. Значит, Карина Ибрагимова представит Казахстан в женском боксе весовой категории 57 килограмм. Она выступит с 1/8 финала 2 августа. Чугай Андрей выступит, значит, у нас в велотреке. Он завоевал 2 лицензии в керине и в спринте. Он сейчас находится в городе Астане на учебно-тренировочном сборе и вылетит 2 числа во Францию. И 7 числа у него начнутся соревнования. Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Подготовка наших спортсменов прошла по плану. Значит, по линии дирекции развития спорта были созданы все условия. Спортсменам были созданы все условия для подготовки, успешной подготовки. Карина на сегодняшний день уже находится во Франции, готовится к своим боям. И мы надеемся, что наши спортсмены выступят удачно. Карина является бронзовым призером азиатских игр и является одним из претендентов на олимпийскую медаль. Пожелаем всем нашим спортсменам удачи и ждем их с медалями.